Приветствую всех на канале Узоры Попетельно. С вами я, Ирина Ягодинская. И сегодня предлагаю вам связать, мои дорогие рукодельницы, вот этот узор. Посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Оцените волшебство узора. Узор великолепен. Он прекрасно подойдет для нарядных вещей. Можно начинать вязать изделие без никакой резиночки. И получится вот такой шикарный край, волнистый, ажурный. Получится очень красивая нарядная кофточка. Получится очень роскошная юбочка, под которую, конечно, нужен подклад. Получится замечательный топик, замечательная футболочка, туничка, сарафанчик, вечернее платье. Если вам нравится этот узор, я сейчас покажу схему, и мы его с вами свяжем. Узор несложный, но он вяжется и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны, поэтому требует немножко внимания. Но оно того стоит. Посмотрите, какое великолепие. Берите спицы. Сейчас мы его свяжем. Давайте разберемся со схемой узора. На схеме указаны и лицевые, и изнаночные ряды, поскольку узор вывязывается и с лицевой, и с изнаночной стороны. Раппорт узора, то есть постоянно повторяющаяся часть узора, 10 рядов. Раппорт узора в ряду 12 петель. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания этого узора, нужно набрать такое количество петель, которое будет делиться на 12, плюс 2 петли кромочные. Итак, лицевые ряды я нарисовала синими чернилами, изнаночные ряды красными. Все обозначения здесь внизу я описала, но сейчас я их озвучу. Вертикальные черточки – это лицевые, горизонтальные – это изнаночные, нолики – это накиды. Вот эта вот птичка над лицевой петлей – это, мы видим, это изнаночный ряд. Мы вяжем 2 изнаночные петли вместе лицевой петлей. Треугольнички. Розовые треугольнички в лицевых рядах – это 2 петли, у которых гипотенуза показывает вправо. Это 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. А салатовые треугольнички в лицевых рядах, у которых гипотенуза показывает влево, это 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. В изнаночных рядах, которые нарисованы красными чернилами, треугольнички, у которых гипотенуза показывает вправо, это 2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо. А треугольничек, у которого гипотенуза показывает влево, это 2 петли вместе изнаночной с наклоном влево. Вот, собственно говоря, и все сложности, и весь узор. Точнее говоря, сложности в этом узоре нет. Узор требует немножечко внимания, а результат просто превосходный. Я набрала 2 раппорта петель. По 12 петель это 24, плюс 2 петли кромочные это 26. И провязала первый ряд узора, все петли лицевые. Разворачиваем вязание. Второй ряд узора, изнаночная сторона. Кромочную снимаем не провязанной. В этом ряду попарно 2 изнаночные петли нам нужно провязать одной лицевой. Провязывать мы их будем слева направо, вот таким образом. Раз, 2 петли вместе лицевой, растянули, ввели спицу слева направо, провязали второй раз 2 петли вместе лицевой. Две следующие подрастянули, ввели спицу слева направо и провязали еще раз лицевой петлей. Таким образом мы провязываем 2 петли вместе,
одной лицевой петлей. Провязываем их слева направо. Вводим спицу слева направо. Число петель уменьшится в два раза на спице, поэтому очень туго в этом ряду вязать не следует. Иначе наше вязание сожмется и скукожится. Кромочная изнаночной петлей. Мы провязали изнаночный ряд узора. Разворачиваем наше вязание. Третий ряд узора, лицевая сторона. Кромочную снимаем не провязанной. Первая петля лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Все имеющиеся на левой спице петли мы провязываем лицевыми, между ними делаем накид. Мы восстанавливаем число петель, которые мы в прошлом ряду сократили дважды или вдвое. Последняя петля, и перед кромочной вяжем один накид. Кромочная изнаночной. Разворачиваем на изнаночную сторону наше вязание. Четвертый ряд. Все петли изнаночные. Не спеша, не торопясь. В изнаночном ряду, особенно если это большое какое-то изделие, мы имеем возможность отдохнуть, расслабиться, проверить свое положение, поднять голову, если она низко наклонилась, расправить плечи, расслабить кисти рук. В общем, отдохнуть. Кромочная тоже изнаночной петлей. Разворачиваем наше вязание. Вот что у нас получается. Уже красиво. Пятый ряд узора. Лицевая сторона. Кромочную снимаем не провязанной. Одна петля лицевая, накид. Три петли лицевые. Раз, два, три. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Эти провязываем вместе, ничего не разворачивая. А вот следующие, две петли вместе лицевой с наклоном вправо, эти петли нужно развернуть, вернуть на левую спицу, растянуть немножечко и провязать их слева направо. Три петли лицевые, накид, две петли лицевые, накид, еще три петли лицевые. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Просто провязываем их вместе, и они благополучно наклонятся влево. Две петли лицевой с наклоном вправо. Эти нужно развернуть, вернуть на левую спицу, ввести спицу слева направо и провязать их вместе. Три петли лицевые, накид, одна лицевая, кромочная, изнаночной. Разворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. Шестой ряд узора. Кромочную снимаем не провязанной. Две петли изнаночные. Раз, два. Накид. Еще две петли изнаночные. Две петли вместе изнаночной. Просто провязываем их вместе. Без никаких перестановок. Следующие две петли вместе изнаночной нам нужно развернуть. Мы разворачиваем эти две петли. Немножечко их вот так вот растягиваем. И смотрите, спицу будем вводить вот отсюда. Провяжем эти две петли изнаночной петлей. Минуточку. Мне перед камерой неудобно. Вот так. Это мы делаем для того, чтобы с лицевой стороны наши петли очень красиво и правильно лежали. Выйдя на лицевую сторону, мы это увидим. Две петли изнаночные, накид. Раз изнаночная, два изнаночная, три изнаночная, четыре изнаночная, накид. Еще две петли изнаночные.
две петли вместе изнаночной, эти две первые изнаночные просто провязываем вместе, а следующие две изнаночные нужно развернуть. Развернули, немножечко растянули и, вводя спицу, сейчас покажу, вот отсюда из-за работы навстречу к себе. Вот так, смотрите. Из-за работы навстречу к себе. Растянули, ввели спицу навстречу к себе и провязали 2 изнаночные вместе. Раз лицевая, простите, раз изнаночная, 2 изнаночная, накид. Раз изнаночная, 2 изнаночная, кромочная, изнаночная. Мы провязали 6-й изнаночный ряд. Разворачиваем нашу работу. 7-й ряд. Лицевая сторона. Кромочную снимаем не провязанной. 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Накид. 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Эти просто провязываем вместе. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот эти нужно развернуть обязательно. Развернули, растянули, ввели спицу слева направо и провязали их вместе. Посмотрите, как красиво лежат наши петли. Это потому, что мы и с лицевой, и с изнаночной стороны разворачивали. Вот этот один неудобный момент вывязывания изнаночных петель с изнаночной стороны стоит того, чтобы немножечко приловчиться и потрудиться, чтобы вот такую вот красоту в итоге иметь. 1 петля лицевая, накид. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая, 6 лицевая, накид, 1 лицевая. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Эти просто провязываем вместе. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Вот эти нужно развернуть. С лицевой стороны нам гораздо удобнее их разворачивать и провязывать развернутыми, чем с изнаночной. Но тем не менее нужно постараться. Ввести спицу слева направо и провязать их вместе. И они наклонятся в правую сторону. Вот она наша красота. 1 петля лицевая, накид. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, кромочная, изнаночной петлей. Вот что у нас получается. Изнаночный ряд, 8. Кромочную снимаем не провязанной. 4 изнаночные петли. 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная, 4 изнаночная. Накид. 2 петли вместе изнаночной. Без проблем. Просто провязываем их вместе. Следующие 2 изнаночные нужно развернуть. Развернули, вернули на левую спицу, растянули и провязали их не очень удобным способом из-за работы навстречу себе. Провязали, подтянули. Накид. 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная, 4 изнаночная, 5 изнаночная, 6 изнаночная, 7 изнаночная, 8 изнаночная. Накид. 2 петли вместе изнаночной, без никаких заморочек. Следующие 2 изнаночные нужно развернуть. Развернули, вернули на левую спицу, растянули. Вот так вот растянули и вот эту сторону пальчиком прижмите к спице, чтобы они назад не стягивались. Набрасываем ниточку, вводим спицу из-за работы навстречу к себе и провязываем обе эти петли изнаночной и вот так вот подтянуть их друг к дружке. Накид. 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная, 4 изнаночная, 5 изнаночная. Мы с вами провязали узорную часть рапорта. Сейчас
нам осталось провязать 2 ряда. Девятый ряд лицевой, все петли лицевые, и десятый ряд изнаночный, все петли изнаночные. Я провяжу, и мы с вами встретимся. Я провязала 9 и 10 ряд узора. И вот какая красота у нас получилась. Посмотрите. Мы с вами провязали весь рапорт в высоту, все 10 рядов. Следующий ряд, 11, нужно начинать вывязывать с первого ряда по схеме. Узор вяжется просто, запоминается очень быстро. Единственное неудобство – это вывязывание двух изнаночных петель, которые нужно переставить и вывязать их с неудобного положения. Но тем не менее, мы это можем сделать, и благодаря нашему мастерству, посмотрите, вот как красиво в этом месте ложатся петли. И изнаночные, которые мы переставляли, и лицевые. Именно для этого мы и заморачивались с изнаночной стороны, чтобы вот эта вот часть узора у нас не была перерубана, не было никаких узелков, не было никаких несовершенств, чтобы у нас и и та, и другая сторона, и правая, и левая сторона были совершенны. Красота! Продолжая вывязывать рапорт за рапортом, мы получим вот такую красоту. Здесь у меня ниточки немножечко потоньше, чем вот эта пряжа. И я их отпарила. Это то, что мы связали с вами только что. Узор очень красивый, просто роскошный, просто шикарный. Берите спицы, берите ниточки и попробуйте его связать. Не ленитесь и не пугайтесь. Ничего нет такого, чего бы мы не смогли сделать. Я очень надеюсь, что мои ролики, мои труды кому-то окажутся полезными. Кто-то захочет вязать, кто-то найдет себе интересный узор, а кто-то, может быть, просто станет фанатом вязания, как и я. Если это так, если вы любите вязать, если вы любите красивые узоры спицами, подписывайтесь на мой канал. Будем встречаться с вами регулярно. Будем вязать красивые-красивые узоры. Давайте дружить. Берегите себя, берегите своих близких. Берегите то, что имеете. Ваша Ирина.